Что, заградили? Нет, все, шляпа. Ну, вот, мужчина тот раз подошел и говорит. Вот. Так, колеса пока вроде все целые. Так, багажники, два колеса. Все. Нет. А говорят, прошел. Не знаю, не слышал. Прошел, говорят. Не знаю, не знаю. Шакеев, говорю, я Лугин сказал, что прошел. От коммунистов он говорит. Так, он говорит, как я же говорю. Но коммунисты нам сказали, что я прошел. Я говорю, что не защищаешь нас, ты депутат. Он как же, тоже говорит, как я же говорю, депутат. Ну ладно, депутаты, депутаты, все народники прошли, все. Все народники прошли. Все народники. Мой адрес уже в розыске стоит. Да? Ага, да. По поводу машины друг твоя стоит. Которая? Ты здесь живет, ну, 50. Ты здесь живешь, ага. Смотри свои машины. Все, все, пусть. Я заявление написал. Все правильно, пусть жгут, я им сожгу. Нет, это насчет моей машины, да. И насчет твоей тоже. Машину я не понимаю, как вот вас не выбрали. Вот теперь машину куда поставить? Ну, не знаешь, там политические моменты. Сейчас хотел привести. А слушай-ка, ты не смотреть, тоже вот как Ярубин. Я в суд подал, я один, 11, вчера подал, не вчера, позавчера 11 исков подал. Буду оспаривать итоги выборов. По округу. Ну, видите, пьяницы пришли и бюджетники. А кто хочет? А кто хочет реально голосовать? Или они не верят уже власти? Власти не верят. Я не говорю вообще. Вы не страстно выставляли за Игнатьева, когда голосовали? Прям селфишу прям делали. Люди пишут, прям за него, например. Или там, ну, за Дима России. Как голосовали? Кто прошли? Все прошли, деньги. Как скажут, вот это пройти. Так и пройдут. А? Люди тратят миллионы. Миллионы тратят. Да. Почему у нас ни одного учителя нету? Ни одного врача нет? Потому что они бизнес не занимаются. Ну, поймите, ну, даже напечатать вот такой какой-нибудь буклет, это стоит деньги. Это реально. 18 тысяч избирателей. Вот до каждого донести. Утят сегодня привел. Да. Нет, 15. Вот так и вот так дети делают. Такие дети из почтовых ящиков. Вот я то, что литературу складывал, через 15 минут ее вытаскивали. Дети, школьники бегали, щипцами вытаскивали из ящиков. Вот считайте, он так опасный, глупый. Этих ребят. Он не глупый, он наглый. Наглый. Откуда он глупый? Он наглость есть, у него ума нету. Наглость. Тетя что сказала?